Вот это и есть то, ради чего большевики сражались и как бы отдавали свою жизнь. И ради чего и нам надо отдавать свою жизнь. Человек должен знать, что на первом этапе отношений всегда тот вектор, который он принимает на себя, он обязательно потом поменяется в противоположную сторону. Ну, допустим, если вы чувствуете, что вас человек раздражает, потом вы, наоборот, будете счастливы с ним, и он будет терпеть вас, и так далее. Понимаете, это всегда, это качели, в любви есть качели, то есть они всегда качаются только в одну сторону, они могут в две скачаться. И поэтому, если вы чувствуете, что вы не можете рядом с человеком, знайте, что качели качаются не в вашу сторону. Придет время, они качнутся в вашу, и вы будете сильно с ним мочь, но в это время у него будут экзамены, а не у вас. Услышали меня или нет? По-другому не бывает. Если вы хотите чего-то другого, здесь в этом мире такого не бывает, потому что любовь всегда действует в одну сторону. Она не может две сразу действовать. Почему не может? Потому что так же, как течет вода. Вот найдите реку, где вода текла в две стороны сразу. Невозможно. Любовь — это женская энергия. Она — эта энергия, как река. Энергия любви, она имеет женскую природу, она как река. Она пошла в одну сторону течь, и вот так она течет. Потом наполняет это сердце, разворачивается назад и начинает течь в другую сторону. Вот и все. Так всегда это действует. Ну как, вот вы видели течение сразу в две стороны? Но может даже и есть, это создается. Что это называется? Течение в две стороны. Как называется? Это называется водоворот или смерч. Это еще хуже, понимаете? С этим вообще лучше не связываться. Это Ромео и Джульетта уже. Это смерть такая. Неразрешимая ситуация вообще. Только с Богом может быть такая ситуация, когда Бог любит человека, человек любит Бога. Бог всегда нас любит очень сильно. Но мы не знаем об этом, мы наслаждаемся этой любовью, мы пользуемся все, что Он нам дает. Когда мы начнем Ему отдавать, с этого момента мы становимся счастливыми.